Короче, будем записывать сейчас первую серию с голосом у змейки. Только не знаю, как сделать звук, чтобы это... Столько, может, хватит, не знаю, сейчас посмотрим. Первый пробный этот. Короче, как обычно, сбор наград. Грамотно. Выхватываем максимум. Аккаунт бездонатный. Потому что вот. Ну, для великих это как бы самых. Это не нужно. Сразу собираем награды. Чтобы энергия копилась. Когда мы будем просто сейчас непонятно чем заниматься здесь. Вот за эту музыку у меня, короче, это авторские права накладываются. Это прикольное событие. Так что, короче, надо грамотно сделать. Так, вот здесь по две. Там по три, да? Ну, все тогда. Опа. Значит, идем сюда. О. А здесь получается 3, 3, 3, здесь 3. Ну да. Капец, ни туда, ни сюда. Надо бы потом задания. Какие самые легкие задания здесь? Так, каждый день заходить. Вот сейчас еще 4 дадут. Сейчас вот сюда, короче, сначала вот эти выполним. Так, сначала змейку поменять. Сделаем травяную. У нее как раз самый лучший скилл. Ульта. Для этого. Вот. О, она прям вообще все забивает. Прям вообще грамотно заметка. А если еще буст словить, если... Вообще будет круто. Нормально, 280 косарей. Скоро еще начнется ранговая. Там вообще много бабок можно замутить. Я тогда 10 миллионов сразу же забрал. Хотя-то, походу, сезоны здесь недавно начались. О, вот он диск. О, все стало. Сейчас сразу полмиллиона дадут. Может быть. Дадут, нет? Или нет, дадут. Вот, чуть не хватило. Так, вот. Сейчас вот эти сразу надо все собрать. Первым делом. Сюда, без вариантов. Ну, здесь вообще тоже она еще летает. Просто
Все, что здесь надо, по земле, это просто за эту стрелу собирать потом. Вот это вот не хочет. О. Ну все просто. Короче, авторское право наложит. Значит, надо будет это. Как-то солидное не искать на канале. Потому что оно, наверное, не выглядит рекомендация. Давай, давай. О. Ну-ка, если еще вот так сделать. Раз, два. Так, ну у меня голос записывается, когда вот это же только на игру распространяется. Ну-ка, сейчас проверим. Да, вот вообще звука нету. Ну давай, давай. Сейчас, короче, вот так сначала проверим. Как это будет на две ступеньки вверх звука. Ну так вот явно с этой змеей это больше ухватывается, даже если она на одну звезду меньше по эволюции, чем это. Ну празднично-то. Намного удобно. Так, и вот это. Ну это надо сейчас. Сейчас надо будет сначала. Ну-ка, что далее? Так, сначала собираем все. Блин, даже рекламу не посмотреть, вообще отстой. Самое главное ежедневное задание выполнять. Потому что если выполняешь ежедневное задание, значит, ну как бы охватываешь много всего. И вот эти вот надо будет яйца открывать. Вот. Чтобы вот здесь вот. О. Что выполнил. О, вообще. Я сейчас еще открою, вообще нормально. Так, вот эти вот только. Где продвинутые яйца, надо будет еще 10, если получится. Ну, в принципе, еще 5 дней. Я думаю, успею. Оп, оп, оп. Вообще легко. Так, здесь, короче, 3, 3, 3. Везде 3. Минимум. Ну, давай тогда вот это, наверное. Блин, тогда здесь 3, здесь 3, здесь 3, да? Знаю. А, короче. О, диагональ вышла. Оба. Полтос. О, еще 8. Вообще. Так, вот эту забираем сразу. Оп. Еще полтос. И что? Вот здесь 2. И здесь 2. Блин, мне всего 2 можно открыть. Ну, короче, тупо на удачу. Ну, сейчас еще сотку заберем, стопудово. Ну, нормально. Еще 7 открываний. По-любому что-нибудь заберем. О. Четко выпало.
Так, здесь две, здесь три, там вообще много. А, ну здесь по диагонали две, может быть, и вот тут. Ну-ка. О, здесь одна. О, сейчас вот эту. И еще сотку забираю. Вот. Ох, нифига. Блин, ну здесь уже бесполезно что-то куда-то это думать. В принципе, пофиг, да, что открывать. Здесь везде по три. О. Вообще. Так, и что еще выполнится? Так, здесь еще буду открывать 4 штуки стопудово. Так, тут ничего нету. Вот, змеиное яйцо. Ну-ка, это тоже, да, за эти? Не, нам надо вот эти. За эти мы еще можем сыграть там. Нормально. Вино это мне уже не надо, эту змею. Ну, в будущем, когда уже вкачается все. Когда уже упрусь по этим прокачкам змей, придется вкачивать другие уже. Ну, в смысле, это того же самого класса. Сейчас пока что это. Так. Фига слияние, сколько. Так. Ну, получается, вот эту буду улучшать. Ну-ка. И все, да? Вот так. О, еще легенда. Или как он там? Ну, легендарная же. Какое время выбора навыка скорости атаки плюс 1%. Вообще четко. О, у меня уже две шмотки золотые. Легенда. Вообще нормально. А бабок сейчас вообще хватает. Сейчас еще будут ранговые эти штуки и вообще. Так, вот это скоро станет уже легендой, потому что вот однерка есть. Так, потом маска. И пушка у меня тоже есть. Ну, короче, скоро я буду полностью в легендарных шмотках. А потом уже все будет S-класса. Буду S-класс покупать. И качать его. Ну-ка, интересно, их же... А, ну их только... А, ну их можно только разобрать. Типа бабки вернуть и эти, как их там, камешки. Переработка. А что за переработка? Так, ну давай на какой-нибудь лоховской. Блин, ну-ка, что за переработка? Что, при понижении уровня снаряжения возвращается принцип материалов из золота. А, фига себе, миллион. Сколько? 1 049 000. Уже ушло. Убрать. А, ну это понижение. Ну, понятно. Так, надо... О! Все. Я сейчас, наверное, даже главу смогу пройти. Сразу 9-кратное улучшение. Так, и по заданию надо одну улучшать. Сразу нельзя, короче, бежать. Ну, типа, улучшать в потолок. Потому что если упрешься вот здесь, то все, ежедневное задание одно уже пропускаешь. Потому что ты не можешь повысить. Ну, пока что у меня такой проблемы нет. Да и не будет, наверное. Я же знаю, как развиваться правильно.
Так, вот здесь ничего улучшать не идет. Здесь нечего, здесь нечего. Все тратим, все кристаллики тратим только на основных змеев, на вот этих. Это нафиг. Это когда вот это уже будет пятизвездочная. И максимального уровня, тогда уже можно вот эти там. Надо вообще богов вот этих убрать. Непонятно, как это там. Так, надо будет испытание и по две обычные битвы бесконечно. О, две надо всего, а не три уже. И испытание одно только. Прикольно. Так. Надо бесконечно. А, здесь же еще не прошел. Мастер растений. Все тела растений поднимаются с третьего уровня. Так, мне надо растение, да? У меня растение. Да, у меня растение. Самое главное сейчас. Так, давай-ка ты вот сюда. Все. Так, ну-ка, улучшай-ка. Это, короче, прямо по траектории стрелять, чтобы они вперед-назад четко как били. Вверх, вниз по одной траектории. А непонятно куда. Ну, здесь логично, да? Капец, мелочи. Вот эта стрелка вообще прикольно летает, там еще сама куда надо. Блин, здесь уже без вариантов. Идет все. А волна последняя просто. Так, вот надо три раза сыграть. Еще можно будет потом выхватить кучу алмазов. Так. Ну, в принципе, здесь как еще? Так. Больше никак на тела поднимать эти уровни. Все. Это пять. Ну, что вот это? Капец, куда идти-то? А что за фигня, там какие-то стены, текстуры беспонтовые вот. Чё она так вылезает? О, пройти не может. У меня только два тела, я же вроде еще одно брал. Или оно что, одно всего дает? Надо еще два. Давайте еще два. Thank you.
Я думал, уже это была последняя волна. Жестко, жестко. Это жестко. Вроде получилось. Фига себе, 25 штук надо разбить. Как-то базарить и играть одновременно не особо получается. Короче, надо сначала мелочевку все вынести, чтобы она не мешала своими выстрелами. А босса легко будет убить. Ну, вообще все легко. А, нет, все, не убил вообще. Что, я заберу третью кирку? Интересно, так, надо правильно встать так. Мне должно здоровья хватить. По-любому должно хватить. В натуре как лошара просто. Ну, вообще. Все, я максимум выхватил, короче. Опа. Короче, из вот этой штучки может 2000 алмазов выпасть зараз. Так что надо как-то вытащить их. Все. Так, это сделали, все сделали. Все теперь. Так, еще 8 я по-любому забираю. Итак, яйца и домашние животные. Ну, скорее всего, все заберу. Так. О, хватит как раз. Угу. Так, две еще. Ну. Там что, 25? А, здесь нифига наград. Саня, понимаешь, рамка, аватар. Нормально так я уже забрал все равно. Ну, короче, вариант самый лучший, это вот это.
Все остальное, наверное, уже завтра только получится. Так, а что мне надо было еще башню? Блин, вот здесь вот. Вот здесь можно очень много денег забрать. Там что-то такой звук залаганный. Я вот вышел оттуда, он до сих пор играет. Так, сейчас, короче, посмотрим. Так, здесь кто? Ага, трава. Траву здесь не надо вообще. Значит, меняем на самую мощную. Блин. Так. Ну давай. Так, все. Испытание. Так, эту меняем на эту. Эту меняем на эту. Да, а эту. Это что? Вставлять? Киса, что ты орешь? Иди сюда. Я давай ледяную поставим. Вот, смотри, видишь змейки? О. Ну, это змея вообще прикольная. Она прям разделяет первое место с этой травяной. Со своей ультой. Прям вообще офигенно. Так, а какую я набирал? Электрическая, световая и ледяная, да? Световая, ледяная. Блин, выше атаку можно взять. Я не знаю, давайте так. Одна пушка электрическая, конечно, круто, но если улучшить все на 20%, по умолчанию тогда она будет сильнее. Так, лед. Лед у нас актуален. Лечение не надо брать, если не надо. Лучше его взять, когда уже не будет что лечить. Тут смысл брать без лечения, если я еще здоров. Вот, сейчас подвисает мне. Так, вот, вот. Вот, все. Так, холод. Давай, короче. Все равно, скорее всего, пройдем. Капец, как так вот эти вот пираты вообще бесят? С этими бомбами стрёмными. Вообще вот просто как они так кидают мне. Прям вот вообще рядом с ними невозможно вернуться. Надо вон того типа собрать. Красно. О, все. От мелочевки это избавиться. Че, отстой.
Все, долбите корону. Что за тупость вообще, я понять не могу. Вообще. По даунскому просто. Так, крит надо поднять. Вот эту штуку надо сделать. Вот эту. Блин, ледяную колонну брать или ярость? Наверное, лучше ярость. Потому что жизнек и так мало. О, что я наполовину сильнее стал. А чё сразу-то мощного босса дали? Могли бы еще одного дать лошкукового. Побольше бы способностей выхватил. Опять жизнь. Король слизни, поглощающий нежить в кладбище. Это непонятно все. Когда у него способности, которые вообще не увернуться никогда. Никак. А чё? Что за боссы какие-то никуда? Короче, я понял, Ваня, фига. Короче, этот круг из шариков уходит тогда, когда он по мне попадает. Ну ладно, у меня еще две змеи в запасе. Тогда. Надо попробовать первую пройти. Вот, и как от нее убегать-то? О, он меня даже не задел. Короче, я как обычно так и знал, что сейчас на карту, короче, нифига не выйду. А, я забыл, что она никуда надолго. Я же ее улучшил, еще звезду поднимал, точно. Что на 5 секунд больше может. Короче, надо сначала мелочевку, наверное, где-то побить. С гранатами сразу. Да, ну нафиг. Как уворачиваться от атаки, которая идет просто на все поле? Так, вам еще какая ледяная потом, да, будет. Надо, короче, гаситься вообще вот так сюда. Вообще нереально. Да, у меня по заданию надо именно пройти или просто поучаствовать. А,
Ой. Блин, у этого пёселя был. А, он сдох вообще. Не, у меня мощей уже не хватает, просто слишком далеко зашел. Ну, тупость беспонтовая вообще. Ну все, теперь я уперся и в башню. А что мне хоть засчиталось-то, не? Ну-ка. О, да, хорошо, хоть надо будет еще раз играть. Короче, надо, наверное, попробовать первую пройти сам. Все, я уже уперся, может, теперь пробую первую. Здесь я уже, наверное, должен выиграть. А, это мощнее. Да, это 94. Ну. Ну, все. Сейчас она вообще быстро будет. Интересно, за прохождение вот этих будет что-нибудь? Какие-нибудь награды. Бля. Так, нельзя только огонь, да? О, мне еще и обучение. Да? Типа, куда нажимать? Сколько мы отнимаем? Нету. Отнимите чуть-чуть. Буду ждать лазер. Лазером лучше всего. Он моментально стреляет. Эти пока зарядятся там. Хоть и мощный, но блин. Ну-ка. 350. Я вообще могу на месте вот так стоять. Давай, давай. О, как больно. Очень больно. О. Вот это. Можно просто сразу сходу самого главного босса с первого уровня идти и все. С одного удара его выносить. Ладно. Ну и главное ежедневное задание выполнить. Вот свечение, вот. Все, я теперь вообще не победим. Но я даже выстрелить не успеваю. Лазер вообще тема. О, теперь я вообще супер не победил. Давай это тогда уже. Все, сейчас будет вообще миллисекунда и все. Ну. А, ну не миллисекунда, ну 5 миллисекунд, ладно. Окей. Ничего не дали. Ну, зато засчитали. Так, и испытание надо пройти одно. Вот это вот. Я думаю, вот этого хватит пройти. Вот это поставим. Написал. Так,
И животных нету, да? Фига ты так сносит. Здесь я, короче, зарекаться не буду. Как будет, так будет. Блин. Так, что у меня? Электричество и травяной, да? Короче, авторские права будут мне лепить до того момента, пока это событие идет. Я же в него буду заходить. А что повырезать-то мне впаду. Ну как бы пофиг. О, давай. Блин, вопросик надо забрать. Все. О, лазер. Не, наверное, эти мечи не буду брать. Нафиг они нужны. Ну, пофиг это возьму. Здесь что-то слишком много этих стрелков. Против них эти мечи как-то не особо действуют. С этим не так разобраться можно. Не хилый и мощный. Блин, что две волны. Так, попроще. Спать охота уже. Сколько времени? Блин, 2 часа ночи, скоро на работу уже. О, вот эта тема. Все, вообще нормально сидит. Ох. Капец. Короче, надо как-то между ними просто так проскальзывать. И все. Все, ежедневное задание выполнил. Так, ну-ка, здесь что-нибудь есть? Змеиные яйца 160 штук. Я думаю, может быть, попробовать эту главу. Ну-ка, давай, снова бабла не хватит на все. Еще 240, а там сколько уже? Тоже 240. Короче, сколько пройдем, столько пройдем. И все. Блин, плохо, что электрическую змею нельзя. Ну, пофиг.
Так, и чё? Блин, спать охота, туплю, капец. Какую лучше взять, огненную или эту? Заморозку. Ну-ка, чё там? Ну, огненная змея бы 6% к урону придала. Ладно, давай попробуем. Так, ой, это сколько? 82 тысячи и 26 тысяч. А, ну все, я затупил. Пофиг. Значит, так не надо. Так, молнию. Молнию нельзя. Но можно зато вот это. Холодная кровь и растения. Подсолнух, выстрел и бежать. Что? Убежал. Шмаляй по мне. Да. Дальний выстрел, в принципе, нормально, потом пробивающий будет. Или кашет. Ладно, сначала будем растения прокачивать. Короче, если много пушек наберешь сразу, то и вероятность их прокачивать будет там. А нафиг надо. Слишком много вариантов. Пусть предлагают пока не с пушки. Чем давайте потом один навык, потом другой навык, десятый навык. Задолбаешься потом искать свой вариант. Капец. Так, свет. И скорость, наверное, да? Или пофиг. А, растение. Блин, да кто это вообще, птица или что это такое? Пусть птица летающая.
Что за пиявки беспонковые? Летающие. Что это, ярость босса уже началась? Короче, все, я уже не могу, я уже спать хочу. Что-то тошнит. Сразу взять. Только да, он еще выпадет. Блин, да как они так по мне попадают? Они должны вскользь пролетать. Ну, типа не портрет его атаку. Сраные грибы. А тут надо просто тупо много силы, чтобы быстро их убивать. Они не успевали отнимать. Половину-то я пройду, наверное. Вот это. Все, теперь можно ледяные брать. Потому что, походу, скоро придется ледяную змею уже. Блин, что толку я его активировал? Эти-то сдохли уже. Они сейчас будут с полным здоровьем.
за... Ну что-то как-то хреново, тошнит что-то. Капец, я на этих крополях уже держу сколько, ё-моё. Я еще бессмертный, ё-моё. Вообще идеально. Блин, надо, наверное, ледяную брать, да? Да ладно. Я что-то забыл, у меня лазер на максимум прокачан. Так-то. Я типа появился, и они все сдохли. Честно, мне что-то лечится беспонтово. Две трети прошел. Блин, он трети. О. Еще. О. Нормально. Капец. Да что за фигня, ё-моё? Что так много-то? Прям что очень много. Ну, как бы понятно. Не особо же могло. Так получили.
короче, нормально, больше половины прошло. А, вот это что, это у меня последняя змея. Капец. Я думал, у меня еще одна запас. Все вообще по тупости. Че, новый уровень дали, нет? Сейчас по-любому дадут новый уровень. То, что у меня две шмотки легендарные, тоже нормально. Опа. Короче, надо... Ну, все. 80 уровень. Так, здесь все. Здесь. О, полтинник. Оба. О, еще полтинник. Тоже переступить. Так. Что-то еще надо было. А вот. Вот это надо в конце забирать. Чё, за час нормально он накопилось. О. О. И вот у меня еще сколько в запасе там. Да капец. О, еще нормально. Так, все, ежедневное задание все выполнили. Так, события все. Так, ну все, больше ничего не надо. Все.